Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня я финалю Lords of the Fallen. Надеюсь, что я финалю, за финалю все-таки удастся сейчас завалить этого, кого я там вчера пытался завалить. Антанас, Анадыр, как он там, блядь, Абрикос, кто он, блядь, как его... В общем, звать, величать. Так, молитва, ярость, таран. Может, вот так вот. Отходи, обмылок, блядь. Да чтоб ты на контратаку, блядь, скотина, поймал. Меня ж ты. Вот хоть. Ой-ой-ой, зелеными какахами сейчас будет срать. Мудачокс. Мудачокс. Блять, подожди, а если я... Я стою что-то, подожди, я что-то на дальнюю дистанцию стою. А если я наоборот на ближнюю дистанцию подбегу? Да? А ежели я... Шайтанама, подбегу на ближнюю дистанцию. Каково оно будет? Каково это будет? Ебучий абрикос. Судья. А, ты судья, теперь ты не абрикос. Да, блядь. На реакцию нихуя не ловится. Может, ему надо по одному... Может, по одной тычечке, наоборот, ему надо втюкивать так вот. Оп. Оп, и вот так дальше. Оп, сразу отбежал. Да? Вот так опять. Вот так бегет. Бегим. Оп, вот сюда и отбегим. Ну, может, вот так вот надо? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай ближний попробуем. Посмотрим, каково... Как вот он сможет вообще сюда попасть, блядь, или нет? А? Блядь, а как он сюда попадает? А, не, ну он, в принципе, сюда не попал. Сюда он не попал. А, он этих, подожди, он этих мудаков положил... Да? Так, он этих мудаков положил. Блядь, мощная атака. Это хуйня какая-то.
Ну-ка давай. Ну нет, блядь, 181 вообще не к тему. О, он опять блюет, опять, блядь, шайтаном облюет. Блядь, а почему, подожди, почему он тогда там только один раз эту струю дал? Он только разок струю дал, да? А сейчас он, блядь, аж обоссался там по полной программе. Как это вот понимать? А? Как это понимать? Я не знаю, зачем я опыт собираю. Сучка, блядь. Чё, тварь крашеная? Не, надо его, наверное, по это, помаленечку подковыривать. О, блядь, нельзя. Нельзя по две, нельзя, Витя, нельзя по две, блядь. Это мразота конченая. Вот он сейчас блюванет и съебется, да? Все, съебешься, сучка? А съебался. Вот давай вот сюда вот встанем. Он, по идее, вообще не должен тут вот меня вот здесь, блядь, застремать. Ну, блядь, он с них эти жизни высосал только, и все. Ну, ничего. Отступлять! Отступай, ебаный ты шакал. Да чтоб тебя, блядь. Да ладно, нихуя еще. И не таких отпиздилить. И не таких ебали. Не, ну в плане не в реале, конечно, ебали вы че, ебать. Такие, конечно, я... Я в плане, блядь, пиздюлей давали. Опять, ну-ка. Ну, по сути, он тут эту дает полосу. Вот, он дает полосу. Давай-ка подхилимся. Вот, он, блядь, задел меня, смотри-ка. Так, ХП он маленько подсосал. Но он, блядь, сосун ебаный. Сосун. Сосунок, блядь. Хуя. Отошли. Да ёб твою ж дивизию, блядь. А, дай... Подожди, это... О, по-по-по... А у меня что, часть ХП теперь зам... Он тем...
Я что-то не понял, малость. Да ёб твою ж мать, блядь, отойди ты. Чмошник, хуёшник, блядь. Он у меня, походу, часть ХП заморозил, блядь. Этот свиноматка. Это свиноматка, походу, у меня, блядь, часть ХП заморозила. Вот так, стой, блядь, неподвижимо. Ты сразу спрыгнешь? Два. После какого раза ты спрыгнешь, сука? Прыгает. Так, тогда пошли мы. Хуй тебе, да, не ем. Отходим. Витя, отходим. Опа. Воу, у меня, блядь, все больше и больше этого. ХП морозит, эта мразь. Эта мразь мне все больше и больше ХП морозит. Снова, блядь, скука. Бля, его надо вот на вот эту штуку подлавливать. Здесь прям пиздец у него ХП тает. Так. Бля, ну, кстати, да, надо было его на эту ёбань подлавливать. А, он меня все. Можно сказать, он меня убил. Можно сказать. Кстати, да, что-то я это тупанул. Его же надо подлавливать на эту. Так, подожди, давай-ка мы вот ярость. Да, вот. На эту хоу. Реально, я, блядь, и подзабыл, когда он начинает этой хернёй-то блювать. Его же можно это, вообще жестко там покарать. Чтобы вот увороты бы у него, блядь, действовали, заебато. Да выпей ты зелье, ёбаный ты шакал. Ну это, блядь, пиздец какой-то. Оп. Я аж прыжком хотел тебе втащить, блядь. Да сучка ты, блядь. Я, блядь, просто во все тайминги попал, ёбаный в рот. Во все, что можно. Да беги ты, ёбаный шакал! Вот что ты стоишь, блядь? Вот, сука, вот какого хуя стоит, блядь? Ну вот как это, сука, называется? Вот как это, блядь, называется? Что это за говнище, да, ёбаный в рот? Пиздец, блядь. Куда? Вот вперед он не дает, блядь, прокатиться назад.
Блин, похоже, надо без этого играть. Без вот этой вот. Ну вот, вот почему ты встал, блядь? Вот почему ты сейчас подстал под ним, сука? Вот серьезно, вот, блядь, он ему делает мощную атаку, то есть получается. Блядь. Ай, блядь, я же ярость юзнул. Я же ярость заюзал. Это же ярость была съеденная. А не мощь, ну... Блять, у тебя радиус поражения, что ли, все больше и больше становится? Я что-то понять не могу, блять. Да что ты за пидораста такой? Отходи, ебаный ты, блять, шашлык. Черепаха ты ебучая. Ну, похоже, у него, блять, все дальность поражения больше и больше становится, да? Второй отскок, блядь, тоже просто физически уже не успеваешь сделать. Просто хп не хватает просто, блядь, этой хуеты. Да я, блядь, не успел добежать уже. Все, сейчас мне пиздарики тут будут. Можешь смотреть, куда он там ебет. Ну-ка, если... А если вот здесь, кстати... Здесь, кстати, тоже можно прятаться, да, получается, вот здесь. Может, может быть, здесь даже прятаться, да? Да, блядь. Педрила, блядь. Иди, ёб твою мать.
Подожди, а если мы вот так вот сделаем? Он же сейчас еще пока зелень-то не вызывает. А сейчас мы вот его начнем медохать. Он же вот сейчас... Опа! Вот так вот, если... Ну-ка, теперь... А теперь мы вот сюда постараемся спрятаться. А чё, не у кого, да, было отсосать-то сейчас? Не у кого, да, тут было пососать-то сейчас? Ой-ой-ой-ой, вот это что такое? За беда-то, блядь, да? Прям пососать не у кого было. Отходи, отходи. Опа, отходи, отходи, отходи. Все нахуй. Короче, легче легкого тактика на него просто оказывается. Отпиздил его, блядь, съебался, отпиздил, съебался. Все, вот вся тактика нахуй. Минута, сколько? Полторы минуты делов, блядь. Не надо нихуя там шифроваться. Я разрубил его, отхуярил, короче. Вот, он только один раз успел свой огонек кастануть. В стороночке постоял и все. Вот и все, нахуй. Давай вонзиму в башку меч. А я что-то, блядь, мучился там, выебался. Че, все? Пальцы богов недоступны, да? Поэтому... Иногда вот эти тактики укрывания, что ты там прячешься, что-то отскакиваешь, они вообще нихуя не работают. Надо просто в лобовую, вот сейчас сколько. Я только два раза ярость кастанул, блядь, ему все нахуй. Все, отпиздил его. И отпиздил его. Все, игра закончена. Харкин использовал руну Адыра, но не так, как того хотел Бог. Он сделал из нее щит, а не оружие. Адыр не смог вернуть себе былую силу. Мир людей остался свободен. Харкин одолел всех владык Рогаров при помощи магии. Затем вышел против Адыра. Адыра? Несмотря на клеймо, он оказался сострадательным человеком, одинаково добрым, праведным и заблудшим. Кеш убил этого. Харкин показался воином, а не ученым. Тайны мира не заинтересовали его, даже находясь на расстоянии вытянутой руки. Even when they were only an arm's reach away. Он решил не мешать чужим планетам и не стал обращать внимания на ужасные опыты Антанаса. Планом, ёптать планетам. Из-за жестокости Харкина и Едка навсегда осталась одна, потеряв единственный шанс вернуться к семье. Блять, ну вот тут... Да, мастер получил назад свой кристалл, вновь стал скитаться по измерениям и изучать руны. Едка, бедная Едка, блядь, ну прости. Харкин открыл судьбу человечества, оставив его без управляющей силы. Будущие историки еще будут гадать, что бы случилось, прими Харкин иные решения. Едку реально жалко. Жалко Едку, блядь. Ух, ну... Ну что сделано, то сделано. Что? Просто выбора-то не было, блядь, там. Давай оставим живым, давай убьем, ёптать, там. Какой-нибудь был бы там еще вспомогательный диалог, там что-нибудь типа это... Ну... Там чуть-чуть какие-то выборы там были для общения, а тут, блядь... Либо пусть он живет, либо пусть сдохнет, вот и все. Она сама виновата, что мне, блядь, так мало предложила вариантов к выбору. Вот.
Так, ну-ка, что тут? Пролистать можно? Escape назад. Так, скипнуть, если escape нажать, да? Банковская, идята. Хуй знает. Тут какой-то, может, заставка будет, что или нет. Вот хуй его знает. Ну-ка, escape. А, escape вот так вот и все, да? Что еще происходит? Продолжить. Так, если я продолжаю, то я... новая игра плюс. Цитадели... А почему новая игра плюс? А что? Ну-ка, пробиться обратно в цитадель и сойтись с Антанасом. Новая игра плюс. А, блядь, у меня же... Ну-ка. А если новая игра? Ну, тут новая игра плюс, да, все равно. И что это? Ну-ка. А если новая? Ну-ка, вот сюда. Выбранная ячейка уже содержит данные. Вы точно хотите использовать ее? Записаны там игровые данные будут утрачены. Нет, подожди-ка, я не хочу, ну-ка. Выбор типа маги, ну-ка. Нет, вот я продолжить начинаю, новая игра. Выбор типа магии. Ну, блядь, однозначно это должна была быть это, да, то есть... То есть это типа я здесь могу за другого какого-то играть, да? Ладно, короче, я не буду тогда выбирать, гадать. Я просто на этом закончу, в общем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.